Всем добрый вечер, кто решил посмотреть это видео. Так, я сейчас быстренько снимаю то, что у меня готово. А готовы у меня вот такие вот маленькие няшки-люксуряшки. Это бегонии люксурианс. Малыши. Но уже такие крепенькие. Сейчас я подробно их покажу. Значит, номер один. Вот такие хорошенькие. Ну, корневую, если присмотреться, видно, а так у бегонии она тоньше, не такая, как... Ну, вот тут видно, да, не как у пассифлор, такие толстые, яркие корешки. Так, номер два, такой самый пышненький. Ну, они все, в принципе, при хорошем освещении будут пышненькими. Так, тоже корешочки тут видны. Отлично, отлично вообще. Так, вот такой крепыш номер два. Номер три. Тоже корешочки видны. Так, и номер четыре. Все с боковыми росточками, у всех хорошая перспектива роста. Корешочки. Все, друзья, выбирайте, какой вам крепыш больше нравится. Люксурианс бегония — это природник, но она достаточно неприхотлива, кстати, в отличие от той же птеридиформис. Ну, все. Кто заинтересовался, пожалуйста, пишите. Ссылка на мою группу, где расположены все мои растения, есть всегда в описании к видео. Все, друзья. Всем спасибо за просмотр и до встречи на страницах моей группы. Пока-пока.